Thank you.
Здравствуйте, все те, кто здесь есть. Да, привет, привет вам. С прошлого раза, с 8 марта, поменялось многое. Количество человек в чате уменьшилось в геометрической прогрессии. Что еще изменилось? Что-то еще изменилось, да. В Стиме сработало бы, не знаю. Если честно, может быть, у владельцев не срабатывает, но у меня ничего не вышло. Либо я не увидел просто. Вот. Это надо вот у Макса спрашивать. Или у Стасона, который не пришел. Вот. Свин повеселел. Ага, свин повеселел. Ну, собственно, единственная есть вещь, которая с прошлого раза не поменялась, так это мы снова застряли внутри игры. И мы из нее пока еще не выбрались. Это Pony Island. Мы продолжаем и надеюсь, что сегодня нам это все-таки удастся. Давайте я себя все-таки немножко уменьшу. Ой, если я то уменьшил, конечно. Ой, Виктор, я, наверное. Да, я это уменьшил или не то? Вот так вот надо уменьшать вообще-то. А вот это надо наоборот увеличивать. Вот так все правильно. Молодцы. А, ну поэтому я в Стиме, не в сети. Все понятно почему. Поэтому даже удивляться нечего, что мне не пришло объявление. Я-то думал. Ну вот зато Степ пришел. Здорово, Степ. А мы продолжим. Надеюсь, что сегодня ничего не... Не пердит. Не шумит. Так, напомню, что у нас тут дикое веселье с бабочками. И Олегович хотел проверить одну интересную штуку, чтобы... что-то сделать. Дай так. Нет, не получится. Так. А что я там делал-то для того, чтобы что-то сделать? Ай. Ты чувствуешь, что это комп 85-го года? А это не комп, это вообще не комп. Если это интересно, это вообще не комп. Молния пердит, да. Вот так давайте попробуем. Так. Чего ж делать-то, мелкие? А где Стасику? Да, зовите Стасику. Я не знаю, где он. Заигрался в дух гейма. Так. У нас здесь единица. Значит, нам нужно его переносить сюда. Вот если бы его сейчас можно было перенести сюда, то все бы получилось, наверное. Вот так. И вновь ни хрена не получится. Почему? Да, потому что тут разные тайминги. Прекрасно. Неизлечимый кашель. Ну что ж за рудники все разводят. То Олегович рудники разводит, то Степа. В этом поосторожнее с рудниками. Это не шутки. Мы встретились в мешутке. Так. Так. Тихо. Давай сюда. Попробуем хотя бы так. И это такой фольклор, который обозначает, что ты дохаешь как кашалот. В этом случае. Так.
Вот так давайте. Так, давайте. Ух ты, мы сейчас сделаем великое размножение бабочек. Вау! Ай-яй. Что-то уже все полностью заглючило. Ай. Глючит, глючит, глючит. Собственно, понятно, к нам подсунули ту самую старую игру. Жопошники. Чтобы мы в нее продолжали играть. Блин, да вы офигевшие, офигевшие просто. Подсовывать Зелахима под самый конец. Ну, блин, ну и... Ё-моё. Кстати, в качестве анонсов, сегодня вы увидите... Лобани четвертой стены изнутри в нашей педераче. Фух. Лохим замочен. Да ладно. Ура. Ну. Только у нас... Вот и здесь появились вот эти штуки. Вот и здесь. Вы думали, их там где-то не будет? Ага. Сейчас прям. Вот они. Так, сет карапу один. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Мы сломали игру, в которой надо сломать игру. Браво. Ну что тут? Что произошло? Нашел чего написать.
проспали после второго ядра 331 год. И мы разрушили два из трех файлов. И нам нужно найти третий. Это корзиночка, в которой что-то находится. Ох, как весело-то. Окей, итак, господа, сейчас мы познакомимся со всеми видами Pony Island'ов, которые есть. Итак, первый вид Pony Island. Текстовый. Темнота, луч света, который вылезает на скрин. System Tech Incorporated, он говорит. Продолжить? Yes. Меню возникает. Две прекрасные пони. Вырисовывают текст Pony Island. Есть меню, кнопочки. Кредитс, пожалуйста. A name stand out among the rest. You return the main menu with new found combination for the lovers. Это очень экшеновая часть. Зацените, пожалуйста. Есть у нас здесь опции интересные. Такая интересная опция, как афритикет, который мы получаем. И уходим назад. И меню button возникает, говорит, start game, says one, option, says another. Был у отца три сына, старший умный был детей. Start game, пожалуйста. Что уж такое, а? Start game. Оп. Ну что ж, ну ладно, ну хорошо. Придется пофиксить. Нажал, если что. Нет, не беспалевно. Это во всех должна быть в опшенсах free ticket, чтобы получать free ticket. И вообще-то их, потому что до хренища тут нужно найти по-хорошему. Тем временем давайте старт меню зафиксируем, потому что ошибки нам не нужны. Кто его знает? Давайте узнаем, что у нас произошло в старт меню. Pony Island от всех остальных игр тем, что это тоже геймплей. Это тоже геймплей. Итак, он загружается очень быстро, этот экран. Очень быстро. Игра загрузилась, и вы пони. Прекрасное солнце освещает зеленые холмы. И только ветерок ласкает вас где-то там. Не будем. Что вы будете? Wooden Cake Approaches. Что вы будете делать? Наверное, прыгнем. Что ж, вы перепрыгнули одну ловушку, и тут же другая. Наверное, Jump. Вы снова ее перепрыгнули, убежали.
так далеко, как нам кажется. Может быть, стоит подождать немножко? Давайте же подождем. Потому что странная какая-то ловушка. И вот теперь-то можно и прыгнуть, я думаю. It looks jumpable now. Заработали 9 миллионов очков, и ваш левел стал тысячным, да... Здесь... Да, согласен. Так, здесь ничего нет, здесь ничего нет. Ох, господа, сейчас вы увидите... Супер разработку от ученых. Вы думали, что это двухмерная игра? А хрен вам. System Tech Incorporated не сидела сложа руки. Представляет вам Pony Island. Кредит Сатаныч в минус 666 году. О май гад. Снежок падает. О нет. Что происходит? Так. Ах ты, зараза. Мы попали в мир 3D. Вот сейчас можно в Virtual Reality очки надевать, и все. Все, мы прям... Кстати, здесь нам не дано ни крыльев, ничего. Браво, симулятор конных гонок. Ну, кони — это маленькие пони, если вы не знали. Так что на них это тоже распространяется. Ай! Мада! Ну что ж, мы выберемся ли мы из мира 3D? Отдельной концентрации нашего понятчивого обоняния и воображения. Так, еще один барьер. Еще один барьер. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер... Окей. А чё, ну слева, вправо, сверху, давайте пока посмотрим. Обоссу. А мне не нравится быть обоссом. Брат. Окей. Ну чё, вспомнили про Афанасича? Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят. Барьер взят.
Почему наш пони грустный? Он уздец сосал невкусно. Вставьте ваши... Вставьте ваши души, чтобы проапгрейдиться до 4D. Мада... Интересная. Интересная игра, давайте зайдем. Да, это не совсем то, что нам нужно. Нас осталось одно. Люцифер Soul Proprietor представляет Devil Island. Браво, Brimstone управляет. Эй, дай. I made it, me the devil. I make games. People talk shit, cause I don't have a high conversation. Ratovi plaro soul sacrifice. But it's not all about what. The soul are just way of contundent now. Many people like the game, and we just told we will like to eat. I might not even need souls. Вот. Все. Ура, товарищи! Мы выступили на конференции ООН. Satanic Games. Это сейчас будет очень вырвигло... Господи, что это? Господи, мы по ней мочим. Господи, что за наркомания? Мне вот эта графика... вот эта графика мне не особо нравится, если честно. Сейчас отвечать. Вопросы будут веселенькие, и все ваше, так скажем, внимание пригодится. Поле чудес! Букву! Назовете все слово сразу. Bip 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 b
какие есть предложения. Давайте думать. Потому что время у нас здесь не ограничено, а каждая ошибка может стоить нам всего. Ну что вы прям в самом деле? Ну а перевести, что такое вайл? Что это такое, блин? Ну подобрать, ну можно что-нибудь такое? Ну что, вы даже не почешетесь, что ли? Давайте, попробуйте. Это вам интерактив в чатике. Подобрать чего-нибудь, потому что я тут один на один. Я внутри! Алло, гараж. Внутри игры, а тут, блин, этот. Something while. Ну вы переведите, откройте справочник, что ли. Что такое файл? Ну это же не вилледж. Какую-нибудь деревню скажите, а Залупкина. Залупкина, нет. Не похоже. Bip 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 b
Стоп, вспомните, какое число он... Вот что сейчас нужно? Блин, что ему нужно? Алло, люди, есть тут? Ай, блин. Вот это? Или что? Сложно. Очень сложно. For my next test, I ask you to type the number of the beast. Мда. Ясно. Уж. Феноменологический. Эй! Алло, гараж. Thank you.
В итоге мы просыпаемся, откидываем руку от глаз, нас встречает лохи. Поэтому Pony Island это просто напросто приквел к Talos Principle. Простите. И вот на этом заканчивается Pony Island. Такие дела. Единственное, что... Что вам сейчас показать такого? И растянем, что ли? Да, здорово, рабочий стол. Меня зажали. Почему я прозрачный, кстати? Давайте выясним этот момент. Потому что я сам... Нет, это не то. Почему я прозрачный? Я не хочу быть прозрачным. И это не то. И это не то. Почему, блин, я прозрачный, собака? Ну ладно. Такова уж, видимо, судьба у народа. Кибергейм черный экран хорошо показывает. А теперь выполним то, что просили от нас эти товарищи, а именно удаляем Pony Island. Мы спасли душу, ура! Товарищи, который нам помогал. И я надеюсь, так подойдет со всеми. Вот такие дела, господа. Да, вот такой вот Pony Island сегодня. Короткий, да. Вообще, если по-хорошему, можно, без, если бы не было пердежа в прошлый раз, и не было бы затупа на этой сраной задаче, то мы бы, наверное, вполне бы смогли пройти просто за один день. А так вот, вот такое дело, да. Не все ачивки выполнили. К сожалению, там без прохождений труба немножко, потому что там три истории рассказывается. Три истории. Мы две из них нашли, что интересно. Мы две из этих историй нашли, но как в них попасть, мы так и не поняли. Ну, я даже вбивал при вас, что когда там цветочки появились и так далее. Вот. Такие дела. Вот, это был такой интересный, может быть, и неинтересный, не знаю, сезон. Да, кстати, что это за канал? А, вот он, канал SLS. Это был сезон темного гейминга. В этом сезоне мы начали, я даже найду этот момент. Ух, я белый. По Австрианску пришел Осу. Он вообще-то там Осу давненько уже. Просто на несколько моментов его забрасывали, а потом снова он приходил. Значит, третий сезон вышел вот с таких игр. Мы начали в сентябре, в августе с ВВВ, VVV с шестью вишками.
Потом мы задрачивали в 140, и я, и Дмитрос, между прочим. Вот, такие дела. И потом мы обозревали вышедшую новинку Айзека Афтерберстного. С самого ноября мы задрачивали в Талос Принципл. Ну и после, конечно, Полярити и Пони Айленд. Вот такой вот у нас насыщенный третий сезон вышел. Четвертый сезон я уже заранее написал в группе, что там будет. Ну, по крайней мере, я планирую. Мы всегда заканчивали Порталом. Сегодня мы закончили, ну, Полярити. Полярити, в принципе, сезон закончен был. Таким якобы как Порталом. Но именно четвертый сезон мы компенсируем и откроем действительно Порталом, а именно одним из вышедших, или не вышедших не так давно, модов, либо Blue Portals, а это всеми любимый первый портал с его физикой, а во второй это Aperture Tag. Вот, то есть либо с тем, либо тем. Такие дела. Также не будем забывать про Half-U, потому что Свин ее начинал в 2013 году и так до конца не сделал. О, как. Так что Half-U мы должны пройти. Также обещают то, что наверное, осенью следующего года выйдет Afterbirth Plus. Не знаю, как там Макмиллен что сделает, но и Тайрон Родригес. Но если выйдет осенью, то мы обязательно протестируем Afterbirth Plus прямо в прямом эфире, что там новенького Макмиллен приготовил для всех пользователей. Во. И еще одна новинка, анонсированная в этом году, что Valve будет делать интересную игру наподобие с портальной механикой, она будет называться The Lab. И вот ее мы тоже, я надеюсь, что пройдем. Когда все, не знаю, Степа, не в курсе. Пока что вместо прямоэфирных мы будем выкладывать раз в недельку записи Talos Principle, потому что мы ни одной записи до сих пор не выложили с ноября. И вот там уже вы можете смотреть их вместо прямых эфиров. Вот такие дела. Блин, блинский. Ну, зато классика. Ending Portal 2. Мада. Такие дела. Ой, тебе. А ты уже осил заставку «Угадай мелодию». Говорю, Степа, смотри, как у записи ТГ Талоса. Это абсолютно эксклюзивные записи. Причем их надо смотреть обязательно, потому что, как я уже сказал, эти записи будут выкладываться при определенных параметрах. Первый параметр будет 20 просмотров на предыдущем. Это я сразу скажу. А что дальше, будет зависеть от вашей активности и от того, как вы это все смотрите. Яйца меня завораживают. Ух ты. Потом удалят. Талос. Ну, если вы выполните требования, которые изложены. Требования! То все ничего, все нормально должно быть. Такие дела. Вот. Ну шо. А мы тем временем, да, действительно освободились гораздо раньше, чем это возможно было, поэтому переключаемся. И сейчас я просто опрублю запись ненадолго. Точнее, перезапущу эфир, чтобы запись не резать. А запись была такой целенькой. Вот. Что ж ты гений. Вот так. И я тоже рад.